Договоренность об открытии почетного венгерского консульства была достигнута еще в октябре в Минске на заседании Межправительственной Белорусско-Венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Выбор места расположения не случайен. В пользу Бреста говорит не один весомый аргумент. К тому же, несмотря на то, что прописка у дипломатического представительства берестейская, его полномочия распространяются и на Гродненскую область. Мы посмотрели, где было бы хорошо, если мы можно открываем почетного консульства. И мы решили, что в Бресте место совсем подходящее. Почему? Потому что это Брест находится на границе. И этот очень важный исторический, промышленный город. Очень много венгерских туристов и коммуни едет через Брест. Прочные деловые и дружественные связи между нашей областью и Венгерской республикой уже существуют. Однако большой потенциал двусторонних отношений только предстоит развить. А открытие представительства в городе над Бугом – хороший старт для налаживания новых взаимовыгодных контактов. Я с удовольствием согласился на это предложение. И Венгерское министерство иностранных дел подтвердила мою кандидатуру, и я думаю, что постараюсь сделать все возможное для того, чтобы товарооборот между Брестской и Гродненской областями и Республикой Венгрии всегда был немножко выше, чем в общем по республике. На сегодняшний 2014 год ожидается в порядка 250 миллионов долларов оборот Брестской области с Республикой Венгрия. Несмотря на то, что почетное консульство не занимается выдачей виз, список задач, которые стоят перед консулом, широко охватывает большое количество сфер деятельности. Кроме деловых отношений, большое внимание будет уделено развитию туристической, культурной и спортивной отраслей.